все красиво расцветает. Уже листики появились. Все, через неделю будет, наверное, все зелено. Всем привет! Что я давно уже не снимала. Снимать вообще некогда и нечего. Что там, одни покупки, неинтересно. Но сейчас покажу, конечно, что купила. Я продукты уже не снимаю, что-то так уже надоело. Мы все время целыми днями с Евой на улице. Либо у меня уроки, спорт и на улицу. Все. И так каждый день. День сурка у нас. На улице 24 градуса тепла. Прям до самого вечера у нас такое тепло. И вот мы с Евой целый день на улице. До самого вечера. Я домой прихожу где-то 7:30. Ее домой не загнать. Она там плачет, истерики, в общем. И не успеет в садик прийти уже. Мама, пошли, пошли. А у меня как будто бы дел своих нет совсем. Я подхожу дома в майке, мне жарко. Сейчас покажу, что купила. Ходила в Реал, бегала быстренько, пока Ева в садике. Карина даже попросила забрать, потому что мне нужно было там посмотреть все. В Реал, в общем, в Меркадо ходила. Торговый центр у нас такой, где должно быть много магазинов, но все закрыто. По записи только, типа по терминам. Вот, ходила там, где что открыто. Так, что там я купила? А, ну я купила, это у меня тут краска для принтера закончилась, батарейки. Это я буду опять торт делать для мужа. Купила тоник такой, не знаю, дешевенький просто. Без разницы какой, пусть будет такой. Потом я на лето хочу купить La Rochelle. Разбогатею чуть-чуть сейчас. И куплю La Rochelle. Хочу всю линию купить на лето, а это пока так. Мне Карине нормальный. Крем для рук. Карине и себе. Руки сохнут ужасно, не знаю, что делать. Купила опять себе сыворотку. Не могу я без сывороток. Без крема могу, без сывороток нет. Еще сейчас на солнышке. Вся вообще подгораю очень сильно. И все равно хочется мне какой-нибудь сыворотки. Ну, сейчас такую, но потом на лето куплю другую. Наверное, Виши. У меня был пробник классный, такой увлажняющий. Так, опять купила краску, дождалась. Тут магазин закрыт с красками, который работал несколько дней. Купила опять эту, сейчас опять это и протонируюсь. А там уже я наконец-то записалась к парикмахеру. И 21 апреля, аж 21 апреля, целый месяц, в общем, записывалась еще когда. Пойду к парикмахеру и хочу покраситься, постричься. Купила краску для волос, ой, для бровей. И типа для ресниц. Ресницы, наверное, я не буду красить, но бровки-то мне надо обновить, потому что моя хна закончилась. Здесь я вообще не знаю, как выбирать. Взяла, в общем, на пробу такую. Это я все купила в магазине Мюллер. В магазин хотела ДМ. Угу. Там такая очередь стояла на улице. И я такая, думаю, нет. Ну, не на улице, а перед входом в магазин. Такая очередь огромная, думаю, нет. Кстати, вот у нас папа опять стал кушать нутеллу. Ай-яй-яй, я не ем. Еве взяла босоножки, потому что наши босоножки, выросла она из них. У нее уже 26 размер. Лапка у нее такая, не маленькая. Стоили 20, сейчас 13 евро. Как раз этот размер был последний, там были побольше. Сейчас одела и идеально. Темный цвет вообще замечательно, потому что песок. Мы же играем в песке, как Ева там у меня она ползает, что только не делает, валяется. В общем, я разрешаю все. И как раз нормально. Ее любимый щенячий патруль. 13 евро. Замечательно. Были бы еще одни, взяла бы еще одни. Но они были последние. И взяла такие простые кроссовочки китайские. Тоже они на скидке были. Стоили 30, а купила за 20. Тоже нормально. Они такие вообще легкие. Но у нее есть кроссовки белые. Папа заказал белые. Ну куда нам белые? В песок. Я каждый день их драю. Мы погуляем, я драю, 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 мою, мою. Ну куда? А такие идеально. Песку, по этим шлындать по лесам, по горам. Замечательно. Главное, розовый цвет присутствует. Идеально. В общем, такие покупки у меня были. Ну, там еще кое-что из продуктов показывать не буду. Ой, какое красивое. Молодец. Ты в садике тоже так рисовала? Да? Умничка, молодец. Разными вот цветами. Сейчас тебе еще одну сделаю, да? Они сегодня в садике делали так. Яйцо красил. Она говорит, мама, я хочу красить. Я говорю, хорошо. Сейчас покрасим еще. Сейчас буду красить брови вот этой новой краской. Я уже давно не красилась. Значит, я так понимаю, что это нужно соединить. Тут есть вот такая еще палочка, которую красить. Очень, не знаю, удобно, неудобно. Но я, наверное, буду красить свое. У меня кисточка специальная.
Потом вот для ресниц, если ресницы, допустим, красить. Но ресницы я не буду пока красить. Ну и щеточка. Посмотрим. Я взяла темно-коричневый. Почитала инструкцию. Вообще первый раз такое у меня. В общем, нужно сначала нанести вот этот гель, 2 минуты подождать. Потом его сухим тампоном снять. А потом уже нанести вот эту, типа, краску. И ждать 6 минут. После 6 минут уже смывать влажным тампоном. Прям чудо-чудное. Сейчас буду пробовать. Наносить, конечно, очень неудобно. Контур рисовать неудобно. Все как-то криво, косо, в общем, получилось. Не знаю. Вообще, мне кажется, ничего не возьмется и не покрасится. Посмотрим. В общем, мой вердикт. Краска на букву Г. Причем одна бровь покрасилась сильнее, чем другая. И вообще такая фигня, потому что это бьюти. Лучше не... Ой, бьюти, блин, био эти всякие. Короче, фигня. Лучше надо было брать нормальную обычную сьюз какую-нибудь и все. Завтра буду еще чуть-чуть подкрашу. Сначала эту, потом эту. Вот, кстати, на ноготочке обновила себе еще. Убрала длину. Потому что невозможно. Растут вообще прям не знаю как. Такие получатся. У меня эксперимент. Готовлю банановый хлеб с шоколадом. Ну там шоколада чуть-чуть. Я так на пробу. Если получится, тогда скажу рецепт. А так пока так. Почти, да? Йо, почти попала? Посмотри на меня. Всем привет! У нас сегодня воскресенье, и по всей Европе получается католическая Пасха. Но мы не отмечаем. В этом году не отмечаем почему-то. Но я так вчера устала, и, в общем, мне некогда было готовить. У меня была неделя такая сложная. Много дел и много мы гуляли, была хорошая погода. Сегодня уже, конечно, погода такая, не айс. Плюс сколько? Плюс 12, но ветер, холодно, не 22 градуса. Вот, и мы пошли всей семьей погулять на улицу. Миша будет с Андреем баскетбол играть, а мы с Евой гулять, дышать воздухом. В общем, такая у нас Пасха. Обычный, как обычный день. Но в следующем году, наверное, будем отмечать уже. Почти. Давай, не надо, Василий его ведут. Давай, ищи. Холодно, когда холодно, значит, иди. Надо в другую сторону. Нет, нет, поворачивайся, иди в другое место искать. Давай искать. Ну вот там может быть где-то. Давай. Здесь принято прятать сладости, и дети должны находить, как будто бы это заяц. Пасхальный заяц приносит сладости, и дети должны найти. В общем, я спрятала для Евы, Ева теперь ищет. Ну, ищи, ищи. Что, нашла что-то? Ой, это точно. Заяц. Это себе? Зайчик подарил. Покажи. Вот. Покажи. Ничего себе, иди покажи. Ева, иди сюда. Ну, подойди к маме. А что это такое ты кушаешь? Шоколадный заяц. Откуда у тебя шоколадный заяц? Это заяц меня принесет. Принес тебе в лес, в лесу. Сколько я тогда мучился? Раз 30 как кидал, не попадал ни разу. Если не больше. Давай, папашкин. Ну, как я начала снимать, так никто не попадает. О, попадает. А Дима сколько раз попал? Что? Ты за Андреем? И сколько? Эй, Дим, я помню.
поймал. Заберу. Молодец! Ну, Андрей, я же снимала, ты должен был попасть. Ну, Димон, давай. Я Андрею позвал. А я Мишу. Миша, давай. Никто. Ева, ты уже съела яйцо, больше нельзя. Что я забыла совсем про свой банановый пирог. Он больше как брауни такой получился. Очень вкусный. Мужу не понравился. Мне понравился. Ева вообще съела очень много. И Андрей приходил в гости. Сказал, тоже вкусно. Карина еще не пробовала. Ну, рецепт, наверное, уже в следующий раз буду готовить. И покажу. Ну, очень вкусный. Вот и наша зима пришла обратно. Это снег. На улице уже нолик. И так холодно. И ветрище. И дождь сначала был целый день. В общем, все, у нас теперь неделю будет такая погода. Сейчас все наши магнолия замерзнет, как и в прошлом году.